новое тренировочное поле с естественным покрытием на нашем центральном стадионе. И вот сегодня открываем это поле с искусственным покрытием. Конечно же, хочется сказать, что мне очень приятно находиться на открытии в компании наших замечательных футболистов, нашего главного тренера команды «Витебск», потому что это команда, которая нас заставила гордиться витебским футболом. И всегда приятно слышать с центральных телеканалов белорусского телевидения о том, что футбольный клуб «Витебск» делает ставку на ребят, выросших в витебском футболе, которые сегодня занимают основные места в футбольном клубе «Витебск». И вот сегодня мы видим подрастающее поколение, и, конечно, на вас тоже надеется витебский зритель, витебский болельщик. Слово предоставляется капитану. Что когда я был маленький, я мог только об этом мечтать. И то, что я сейчас вижу, то есть, это очень классно. Я надеюсь, что вы воспользуетесь этим сполна. Так что все в ваших руках. Я надеюсь, у вас все получится. И успехов вам в ваших нелегких делах. Аплодисменты, пожалуйста. Уважаемые зрители, а сейчас для вас состоится товарищеский матч команд нашей детско-юношеской спортивной школы. Сейчас я